Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гагдропчик. У меня на балике 61 552 рубля. Этот балик у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс 13 кусков за видос. Надеюсь, сегодня мне гагдроп будет выдавать абсолютно так же. Но, в принципе, можно еще лучше. Полетели со старта. Кейс с подарками. 5 штук на 5555 рублей. Только я хочу немножечко потише сделать звуки, парни. То очень все громко. Так вот делаем. Так, а нам тем временем падает шмоток на 5900. Отлично, мы со старта видоса поднимаем плюс 400 рублей к балансу. Не бешеный плюс, но самое главное просто начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый депозитный рубль вам дают один спипоинт. Вы можете туда вот как перейти и зайти в снежную битву и потратить свои спипоинты на то, чтобы кидать снежки в рандомные окна и выбивать скинчики. В среднем отсюда можно забирать еще где-то от 20 до 30% депозита. Иногда может повезти и упадет чуть больше, иногда бывает, что не везет, процентов 10 падает. Тут все решает рандом. Так, ну нам пока падает, кстати, неплохо. Вот главное, что с последних двух нормально что-то упало, а не 250 рублей. Ну что за хрень-то? Ну с последнего может что-нибудь мощное прям. Сколько стоит? Ну, 1900. Но мы процентов 20, наверное, получили. Ну, может, 15, около 15. Ну, тоже неплохо. Еще у них есть марафон, вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. Также про банбонсов первый раз крутите, если просто регаетесь по моей ссылочке в описании под видео. Второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. У нас балик большой, да я сегодня предлагаю пооткрывать дорогие кейсики. Давайте, логово ледяного феникса 5 штук на 13500 рублей. Так, ну чё-то как-то хреново падает, причем прям очень хреново. А может ты будешь выдавать нормально? Ну кей, 8700, ты чё прикалываешься? Ладно, продаем, еще 5 быстро открываем, может со второй попыточки. Ну 18, уже лучше, давай еще 5. Так, 11300, ну сука, хотелось бы лучше. Так, ладно, продаем, еще 5 штук открываем. 18000, отлично. Но мы когда открываем дорогие кейсы, у нас очень быстро формятся бесплатки. Это, естественно, очень классно. 22000 нам падает, вот это прям очень хорошо. На балансе уже 75000 рублей. И до последней бесплатки нам осталось накрутить кейсов на 13000. Давайте вот так вот 5 штук на 10120 рублей откроем. И там еще на 5000 уже будет легко накрутить. Но главное, чтобы этот кейс меня еще не сливал по-братски. Ну сука, на че вулкан-то пролетает? Ну неприятно. Ну вот это хреново было, еще 5 быстро, может сейчас выдашь, ну 7500, ну не то чтобы супер плохо, но и ничего хорошего. Ладно, продаем на балике 67000, давайте откроем все бесплаточки. Если что, пацаны, тут бесплатные кейсы открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Мне с элитного падает МАК-10 гравировка, но вроде это всегда около 4000. Вроде я не помню, чтобы мне плохое качество. Нет, походу здесь падает плохое качество. 2000, это хреново, давайте теперь платиновые быстро откроем. МАК-10 на охоте, продаем. Не, ну 2400, кстати, для платинового неплохо. Но меня элитный расстроил, просто он мне уже ролика 3 подряд выдает 2000. А как бы, ну, в лучшем случае оттуда можно забирать 1004-5. Ну ладно, давайте все остальные кейсы быстренько откроем. С них обычно уже что-то супер жестко не падает, но всю халяву забрать все равно стоит. И у нас на балике будет 73000. Ну ладно, пока все равно ныть нечего, потому что мы в хорошем плюсе. Главное нам не заиграться и не слить весь баланс дальше. Так, окей, давайте сейчас тройнем какой-нибудь праздничный огни, хороший кейсик. Раньше мне выдавал прям супер хорошо, почти всегда бешеный окуп. В последние ролика 2-3, когда я его открывал, был слив. Но сейчас вроде хорошо идет, да. Распространение это прям очень хорошо. Ем пламя, отлично, 15800. Нет, 15 сколько? Ну, короче, до хрена нам падает. 15500 там вроде упало. На балике 79731 рубль. Но 80000 сегодня надо по-любому пробивать. Давайте тройнем магический, как он будет выдавать. Понял, говно, еще один. Ну, может, со второго выдашь? Ну, 3900 уже получше, это плюс. Но я хочу прям что-то мощное выбить. Ага, 1100, спасибо. Но я так давно не открывал магический. Может быть, уже ты мне сейчас выдашь по-братски. Прям что-то вот за 1010. Я знаю, что ты можешь только выдать, уже было такое. Но ты, сука, только дерьмо выдаешь. Еще один. Я просто хочу отсюда выбить что-то хотя бы за 5 плюс тысяч. Пожалуйста. А, 600 рублей. Понял, понял. 600 рублей это приятно прям, 4500. Давайте апгрейдиком попробуем до 10 тысяч вот так вот сделать. Если повезет, то у нас на балике почти 80 тысяч. Апгрейдик, я же выигрываю, да? Да, апгрейдик мы выигрываем, отлично, все продаем. У меня там еще какой-то ширп лежал. На балике 78 тысяч, давай еще одна попытка. Со второй можешь мне выдать? 5500 и 4500, отлично, магический кейс нам в итоге выдает, причем очень хорошо, может еще разочек? Ну 2000, ну все, хорошо, нормально, на балике 84000. Но как будто если пробиваем 90, то пора уже заканчивать видос. Давайте сейчас логово ледяного феникса, еще раз 5 штук на 13500 рублей. Так, первое говно, второе тоже, к сожалению, но тут, конечно, падает нам хреново. Ну может последнее, что-нибудь мощное, не?
10 900, но минус 3 500 неприятненько. Давайте продадим, откроем еще 5 штук быстро, может, со второй попыточки. 11, понял, первый скин был очень хороший, но дальше говно. 13, еще 5, давай, родной. Но я знаю, что ты можешь прям хорошо выдавать. Я так про каждый кейс, мне кажется, говорю. Ладно, давайте тройнем контракт на 13 500 рублей. Только сколько мы потратили на кейс как раз. Родной, выдавай, выдавай на киви. Я увидел золотое, думал, охренительно, мы в плюсе. Ага, конечно, в плюсе. Апгрейдик до 15 тысяч, вот такой вот, 37% шанс. Ну, неплохой, кстати, шанс. Апгрейдик, мы опять выигрываем. Да? Да, выигрываем, отлично. Но апгрейды сегодня не подводят. На балике 81 тысяча. Давай еще вот так 5 штук. Ты мне сегодня вроде бы даешь, да? Ну, 7400, ну вот это хорошо упало, но остальное прям говно полное, жесткий слив. Еще 5. Так, 11 тысяч, отлично. Так, у нас на балике будет сейчас 82 уже. Давай еще 5. Ой, вот это прям было мерзко. 75 тысяч на балике уже. Так, я хочу все-таки порисковать сегодня еще. Давайте черно-белый, 2 штуки на 20 тысяч рублей. Давай, родной, ну ты-то не подводи, пожалуйста. Поток информации, ну какие 3 600? О, нормально, нормально, 26 тысяч нам падает. Отличненько, мы продаем на балике 81 тысяча. Но пока как будто мы с этого баланса просто не можем сдвинуться. Я уже хочу как бы 90 увидеть. Можно мне увидеть 90 на балике? Какой нахрен поток информации, вот объясни мне. Давайте апгрейды 10 тысяч, чтобы отбить то, что потратили на кейс. Опять выигрываем? Слушайте, сегодня апгрейды, это просто чудо. Давно мне так подряд хорошо не выдавали апгрейды. Отлично. Так, еще раз черно-белый, одну штуку быстро, давай. Ну, поток информации сколько? 6500, еще один. Ну какой нахрен АК Азимов? Выдай мне, сука, бешеный плюс. Ну, какие 6500? Алло, мужик, ну это уже даже не смешно. 3, давай, сейчас. Еще 3. Ну, сука, 17... Ну, что ты выдаешь? Ну, пожалуйста! 23 тысячи. На балике 41. Ну, мы уже в жестком минусе. Я хочу хоть как-то откомбэчить. Нахрен я это решил сделать? Ну, я же мог просто нормально дальше катать. Я бы был бы в плюсе. Ну, вот сейчас неплохо. 40 тысяч упал. Ладно, можно я хотя бы свою началку верну? Пожалуйста. Я уйду отсюда. Пожалуйста, просто началку вернуть. Ну, пожалуйста! Ну, вот сейчас неплохо. Еще 3. Ну, давай. Ну, почему Азимов стоит 10 тысяч? Ну, он же дороже, сука, должен стоить. Еще 3. Еще 2. 47 тысяч. Так, ладно, 54 тысячи мы вернули, слава тебе, господи. Я думаю, мы уже весь баланс просрем. Нам бы сейчас вернуть хотя бы наш начальный баланс, и я уже буду, честно, очень доволен результатом. Давай, вот сейчас, выдавай. 16, неплохо. Еще 5. Еще разочек выдай, я уйду. Ну, пожалуйста, родной, ну я хочу просто хотя бы свою началку вернуть. Хрен с этим плюсом, ладно, я обнаглел, я согласен. Я уже начал перебор как катать. Ну да, 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 послепай меня, сука. Еще 5 последние. Да, я тебя понял, я тебя услышал, спасибо большое. Ой, сука, я теперь просто хочу вернуть наш первоначальный баланс. Ну просто бред, мы уже в таком плюсе были, но я дебил. Но, к сожалению, я дебил, вот в чем моя проблема. 4 кейса зеленых на 35 тысяч. Первое говно, второе говно, третье говно, четвертое говно, ни одного окупа. Сука, 16 тысяч нам падает. Еще 2. 14 тысяч. Охренеть, как можно? Ну, только я так могу просрать. На самом деле, только я так могу просрать все. Мы были в бешеном плюсе. Ну, не выиграли, да, но это уже перебор. На балансе 6 тысяч рублей. Я предлагаю этот баланс оставить для следующего ролика. Ну, сука, ну нахрена я этот черный... Я зашел, думаю, два кейса открою, но оно пошло как-то само дальше. Ну, когда-нибудь я научусь себя контролировать и, блядь, не улынить до конца и не пытаться... Ну, короче, ладно, все, заканчиваем ролик. Могли быть в бешеном плюсе, но я полностью... Вот тут чисто моя ошибка. Но я реально дебил, что этот кейс дальше крутил. Короче, напоминаю, парни, все, кто хотят покатать на GagDrop, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Главное, включайте голову, не как я. Депать можно абсолютно со всего. Скивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также не забывайте про SP-поинты, марафоны, барабан-бонсы, бонсы. Короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Хоть и в видосе, ну, тут вообще без комментариев. В чем видосе было. Ну, чтобы меня поддержать, просто лайк, подписку и комментарий поставить можно. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.